Встречайте принцессу Софию. Принц, готов ли ты взять законную супругу для Софии? Да. Тогда надень кольцо на палец, любимый. No. Вам, наверное, интересно узнать, что тут произошло. Тогда перемотаем историю сначала.
Сонька, время уборки. Принц, хватит играть! Тебе надо выбрать принцессу, чтобы стать королем. Жабита Квакшина из Болотинска.
принцесса Кокунция из Пукинска. Баронесса фон Злобс. Княгиня Шрековна. Помогу тебе. Ты не давала меня в обиду? За это я помогу тебе стать принцессой. Ты же хочешь? Да. Приведи меня к большому зеркалу и прочитай заклинание. Запомнишь? Малая Махалай, заяц, оживай. Махалай, Махалай, заяц, оживай. Правильно. Махалай, заяц, оживай! Фух.
Здравствуйте. Решила стать принцессой? Ну, хотелось бы. Попробуй. Редкое волшебное средство. Всего одна капля этого эликсира сделает тебя принцессой. Но учти, если, не дай бог, пойдет дождь, все увидят, кто ты на самом деле. Ну что? Рискнешь? Да. Начинается битва принцесс. Победительница трех испытаний получит корону. Приступим. Испытание первого приготовления торта.
Испытание второе. Танцы. Испытание третье. Волшебство. Победительницей всех испытаний становится наша новая королева София. Встречайте принцессу Софию.
принц, готов ли ты взять законную супругу Софию? Да. Кольцо на палец любимый. No. Сонька? А я-то думал, кого же мне напоминала эта принцесса София? И только сейчас я понял, что на самом деле мне нравилась именно ты. Только с тобой я чувствовал себя свободно. Падре, продолжаем церемонию. Чай, но...